Дыня невкусна у нас, да. Как без вкус, да. Арбуз у нас красный, желтый, да. А сейчас сезон у нас манго, мангустин. Знаете, да, мангустин? Это круглый бордовый, такой, внутри были дырки, как чеснок, да. А сейчас они тоже делают чай из шкуры мангустина. Да, называется мангустиновый чай. Это полезно как профилак от рака. Да, они делают порошок. Еще у нас вот рамбутан, знаете, красный волосатый фрукт. И тоже у нас маракуйя, да, как называется, маркиса. Еще у нас драконовый глаз. Драконовый глаз фрукт или питахая. Да, питахая. Апельсин, конечно, у нас еще... У нас гуава, да, и дуриан, да, сейчас сезон, дуриан. А это, да, почти везде продается, который вонючий очень, да. Запах неприятный, но полезно, да. Мякко, который кушать можно, да. А еще у нас круглый год папайя, да. Тоже вкусно. А обычно сок можно, микс делайте, папайя с арбузом. Вкусно. Это полезно для желудка. Да. У нас есть тоже чай, кроме мангустиновый чай, есть имбирный чай. Да, это для сгребания. Но когда холодно, надо пить имбирный чай. Ну, как вам рассказывал, в августе у нас температура упала до 20. 20 градусов. Ой, нам такие... А в России минус 40 бывает. Минус 40. Да. Ну тогда у вас водка в руках или коньяк. Да. Да, мы привыкли к такому. А тут у нас вот имбирь, да, без алкоголя, да. Ну, арак можно, арак, как вам рассказал. Это для сгревания. Есть чай для похудения. Это из лемонграсса. Лимонный трава. Да, лимонный трава чай, это для похудения. Да. Ну, конечно, надо пить до еды. Надо пить до еды. И тоже есть у нас русела чай красный. Это тоже полезно для нормализирования, да, давления. Да. О, вот а слева, посмотрите, пожалуйста, слева. Это буддийский храм, китайский буддийский храм у нас. Вот в Индонезии, как вам рассказал, вот наша страна, это одна самая большая мусульманская страна, да? А всего у нас 5 разные официальные религии. Ислам, у нас есть католические, протестантские, буддисты и индуисты, да? Вот как вам рассказал, вот в Индонезии индуисты самые маленькие количество, около 3%. Ну, слава Богу, в Индонезии у нас ни раз не была проблема между разными религиями, потому что, как вам рассказал, у нас тут на Бали именно вот концепт, который гармонии, да. Но был случайно в Куче, но уже давно, в 2004 году, теракт был там в Куче, где ночной клуб у нас, Сари Клаб и Педис Бар. Это в 2002 году, в октябре, 204 человек. Погибли, да. А еще был второй раз в 2005 году. Ну, они терроризм, который, да, как называется, экстремист, да. Говорят, они не любят американцев. Да, ну, конечно, вопрос для нас, почему на Бали сделали такие. Да, да, это терроризм, который... Так, справа от вас, извините, это наша станция, справка, которая центральная, заправка, где бензин продается, дизель, да, это государственный, вот написано Pertamina называется. У нас бензин 3 разные, самый хороший это 95-й, да, называется Pertamax, да, Pertamax. Голубой цветом. Сейчас стоит 10,5 тысяч рупий. Это меньше, чем доллар. У нас есть тоже 92-й, называется Pertalite. Зеленый. Стоит 8,5 тысяч рупий. 2000 рупий разница. Самый дешевый это желтый. Премиум.